Этот парень берет кекс и специально обтирает его об землю, прежде чем отдать его этой обезьяне. Но вы только взгляните на выражение его мордочки, которая явно недовольна такого отношения к своей вкусняшке. Дальше она начинает тщательно протирать землю с упаковки и только потом открывает его, но даже после этого протирает его. Только убедившись, что теперь лакомство без грязи, она начинает его есть.